Даже самый избирательный дизайнер не сразу скажет, в каком интерьере выполнен самый космический отель Когалыма. А все потому, что как таковая эклектика тут отсутствует, что добавляет отелю «Космос» свой неповторимый шарм. Когда гость приезжает в гостиницу «Три звезды», он, конечно, не ожидает увидеть такое разнообразие интерьерных решений, да, это у нас и натуральные материалы, которые очень много используются. Наличие эко-стиля в общей гамме интерьера – еще одно подтверждение того, что отель «Космос» отвечает всем последним веяниям и следует только самым актуальным трендам. Что еще впечатляет, каждый квадратный сантиметр – элемент декора тут продуман до мелочей. Очень большое значение в интерьере играют наши большие панорамные окна, для котов, в которые можно долгими зимними вечерами смотреть и думать о каких-то глобальных вещах. Поэтому интерьер сложный, но очень красивый. И каждый посетитель ценит такой комфорт и высокий сервис. За последние несколько лет самый космический отель культурной столицы Югры стал настоящим открытием в гостиничном бизнесе Ханты-Мансийского округа. Только самые тонкие детали, новые вехи комфорта и всегда яркая картинка каждой из 120 номеров отеля «Космос» – это настоящее арт-пространство, куда хочется возвращаться снова и снова. Никита Рогозин, Николай Гаркуша. Наши города.